Привитос, ты на канале Magic Pets, я Юмичу. А я Миша Лайк. А тут появляются ваши комментарии, я Софи. Да, класс, пишите еще и ставьте лайк. И подписывайтесь, пожалуйста, на все наши новые соцсети. Телеграм, ВКонтакте, Дзен, ссылки в описании. Мы вас там ждем. Пазя-я. И там же ссылки на наши новые видео на канале Magic Family. Это наш общий канал вместе с хозяйкой Аней. В прошлый раз наша Мишка кое-что вспомнила. Что? Как некоторое время назад мы все вместе с кисой Алисой играли в ребенка в желтом. Так вот сначала все было круто. Мы все вместе веселились и прикалывались в игре. На, лови! Фу, вонючка, ты воняешь! Может, он и испортился? Адский ребенок. Ого! Да хватит нынить-ка, на, читай! Может быть, парашка тебе понравится? А, какой нытик! Киса Алиса, может, хватит пить посуду, а? Твое место на коврике, понял? Какие жуткие у тебя сказки, ты реально... Ты чё вообще, что ли? А на третью ночь игра стала меняться и стали происходить жуткие вещи. Жарим тостик. Ла-л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 а. А! Что это? Что происходит, ребята? О боже мой. Ладно, спокойно, сейчас откроем холодильник. Упс. Ладно, возьмем бутылочку и просто спокойно вернемся обратно. А! Что происходит? Мы надеялись, что это временно. Да, и в какой-то момент как будто все наладилось. На, жри, адский ребенок. О! Обкекался. Значит, все нормально. Но мы очень ошиблись. Чё ж такая обстановочка-то криповая? Так, вот твой подгузничек. Мне плохо, я упала или меня убили? В общем, в тот раз мы решили не сдаваться. И продолжить играть. Да и дальше я попробую. Все, мы живы, призраки игрушек. А? Ты посмотри на него, а? Ладно, не сдаемся, поднимаемся и идем. Это дьявольский сопляк. Слушай, в задании написано, что нужно разбить защитное стекло наверху, помнишь? Какой ужас происходит, мне страшно. Ладно, давайте спокойно. Немножко изменился интерьерчик, да, вы правы, в унитазе уже не такая голубая водичка, как будто кто-то туда покакал, когда съел испорченную шаурму. Забор вырос в доме у нас, летают какие-то штуки, адский ребенок тут висит в воздухе, но в целом все не так плохо. Кухню немножко подпортили. Юми, иди в ту комнату, где подгузник разбился об стену. Точно, это была пасхалка. Там была соска. При опасности разбить. Понятно, сейчас мы ему воткнем эту сосочку в одно место. Юми, чего, только в рот. А куда же еще? Вон как рот открыл. На! Фух, все нормально, да, в доме у нас опять? Бардак, конечно, немного, но дьявол спит. Да, странно только, что в туалете ничего не поменялось. На, убирай за собой то, что ты тут натворил. Давай, мой унитаз, а то я тебя в нем утоплю сейчас. Юми, он же спит. Я бы тебя с удовольствием туда смыла или в мусорку выбросила. Почему-то написано, что нужно отвезти малыша в туалет. Вот я его в туалет и отвела. Ты его в стиралку кидай, Юми. Точно. Ой, что происходит? Что это такое? Кажется, он опять хочет, чтобы мы почитали ему книжку. Он в спальню сам залетел. Эй, ты, космонавт, ухари уже. На тебе твоего барана. Мне кажется, теперь, как раньше, он уже не успокоится. Да уж, сейчас как выбросит книжку, как он мне тогда сделал. Надо такую жесть любить, а? Да что происходит? Вы посмотрите на него, трон откуда-то взял себе. Мне страшно, если честно. Может быть, мы поиграем в какую-нибудь другую игру, а? Нет, ну интересно же, чем это все закончится, победим ли мы этого монстра? Что значит доброй ночи? Написано, что нам доступен какой-то побег. Иди за белым кроликом и убеги от ребенка. Опять первая ночь? Покуха, это первая ночь побега. Сейчас мы будем от него убегать. Ты не знаешь, с кем связался сопливый дьяволеныш. Уж меня-то, кису Алису, тебе не победить. Иди сюда. Видал, что такое мусорка-пылесос? И не надо на меня смотреть такими несчастными глазками. Понятно, как выброшу тебя в мусорку. Давай сиди вот в шкафу и не шали больше, не пугай моих друзей, понял? Ну, так ведь игра не продолжится. А, ну да. Но все равно я тебя накажу за твои проделки, понятно? Иди сюда. Сейчас. Когда он смотрит такими глазками, мне его жалко. Жалко после того, что было? Залазь, говорю. Вот так. У него что-то с ногой. Пусть его немножко покрутит, может, он задумается о жизни. И перестанет вытворять всякую ерунду. По-моему, он там уже не задумается. Да. А, по-моему, ему очень даже весело. Так, понятно, дьявольский сопляк, детеныш адовый. Тебя это веселит, да? А ну, ложись в свою кровать. А мы пока убежим. Следуй за белым кроликом, киса Алиса. Это типа вот эти значки имеется в виду? Ждем. Это на каком там этаже мы живем? На 24-м, понятно. Ой, начинается. В маленького психа опять селился демон. Скорее уезжай. Погнали. Тра-ля-ля-ля-ля. О-о-о-о, что происходит? Не на что, не на что не обращай внимания, просто следуй за белым кроликом. Давай, Алис, мы в тебе верим, скорее. Крольчатина. Упс. Ах ты, маленький каканец.
ничего страшного. Ого, кажется, мы попали в другую квартиру. Вау, прикольно! Новый интерьерчик. Получше, кстати, чем у нас. Твои родители колхозники, понял ты? Маму, его это не обижает. Киса, Алиса, не отвлекайся, нам надо поймать малыша. Ты серьезно его малышом называешь, да? Погодите, погодите, там написано «Исследуйте квартиру». Так, ладно, давайте лучше посмотрим, что тут есть. Какая-то фигня. Погоди выбрасывать, это кусок нот. Может быть, он нам пригодится. Че, весело тебе бегать от меня, да? Я тоже похаказничать умею. Понял. Почему написано «дыня»? Это же арбуз. Больше арбуз, сопляк. Ну и ладно. Киса, Алиса, может, хватит мусорить в чужой квартире? А что мне будет? Тут все связано с музыкой. Да, попробуй слушать пластинку эту в патефон там вставить, посмотрим, что будет. Какая успокаивающая классная музычка. Смотри, тут пианино. Значит, надо найти все ноты. Вот я нашла какой-то каля-маля. Собираю их где-нибудь в одном месте. Может, надо кусочки картинок ставить? Фигня, не работает. Нет, эти все ноты нужно явно положить на пианино. Давай тупой в спальню, там еще одни были. Так, понятно, это какая-то адская колыбельная будущее. Да, видимо, ей нам удастся его усыпить наконец-то. Вообще-то мы от него сбежать собирались. Ну так это нам и поможет от него сбежать. Алис, хватит мусорить, давай ноты собирай. Так, я нашла еще один кусок, что-то все падает. Значит, попробуй положить по-другому. Не понимаю, как с этим барахлом разбираться. Так, вот один кусок, вот второй кусок. А этот кусок, кажется, что-то сюда не очень подходит. Мне кажется, надо найти третий кусочек, а вот эта музыкальная чушь, она не подходит. Может, в унитазе еще один кусок? Я вспомнила, мы его видели там на полке, где нота была. Так, точно, ты гений, Софи. Собираем это в кучу и играем этому желтому бешеному адскому сопляку его любимую песенку. Прекрасно, мы от него сбежали. Да ниже, смотри, все круто получилось. Нажимай вот этот переключатель. Так, ого, открылась какая-то тайная дверца. Неужели приседания пригодились? Ой, тут опять так страшно. В той квартирке искать ноты было приятнее. Да успокойся уже, Миш, нам же нужно от него сбежать, поэтому мы должны выполнять любые задания. Ах, опять какое-то жуткое страшное местечко в подвале. Крутяк, тут какая-то пластинка, давай тащи ее и включай в патефон. А где мелкий вообще? Интересно, что это нам даст? Понятно, мы его отвлекли, дай сюда. Больше никогда не воруй ключи у взрослых, понял? Сиди, слушай свою музычку, а я пошла открою дверь. Так, что там у нас за дверью? Опять коридор. Но мы не сдаемся, смотри, там лифт, может быть, на нем надо уехать. В коридоре отеля не так страшно. А как мы оказались на 22 этаже? Давай скорее, Киса, Алиса, вызывай лифт. Вызывай, ага, легко сказать, он не работает, света нет. Так, крольчатина появилась, значит, сейчас мы... Пойдем другим путем. Походу, нам теперь нужно починить свет. Так, ребята, головоломки это оставьте мне. Я точно догадаюсь, что тут надо делать. Надо починить электричество. Да что ты говоришь, Ямичу? И так все понятно. А мне непонятно. Ну, вот, смотрите, у нас тут есть голубой и розовый предохранители. Голубая пробка и розовая пробка. Вот сейчас мы голубую вставим. Раз, и все готово. Все работает. В смысле? Ты вообще-то розовую не вставила? А, да, точно. Ну, значит, надо просто сейчас розовую найти и все, все просто. Где она может быть, а? Ты же сказала, головоломки это мое. Да, вот мы и не вмешиваемся. Софи, давай скорее, пока тебя не сожрал этот адский ребенок. Да все норм, вон ящик какой-то, я сейчас его открою, а там по-любому розовые пробки. Вот, видите, элементарно, ребятки. Слушайте меня, я всегда говорю так, как надо. Как это? Как это? В смысле? Как это произошло? Ах ты! Да сюда! Ты чё, а? Ты чё, а? Ты чё сделала? Зачем ты мне мешаешь? Нельзя тебя выкинуть за дверь, заперто. Я бы тебя выкинула за дверь, понятно? Мешаешь мне тут. Конечно же, всё не могло быть так слишком просто. Да ладно, пусть валяется тут, а я снова просто пробку вставлю и всё. Да. В смысле? Ты чё, ты серьёзно? Он теперь у тебя постоянно будет пробки отбирать. Да, просто кидать его не выход. А, ну понятно. Тогда надо тебя засунуть в какой-нибудь шкаф, чтобы ты не мешался мне тут. Дьявольский младенец, сиди тут в шкафу, понятно? Не получается тебя засунуть, ты слишком толстый. Тебе похудеть надо, хватит жрать уже. Не будем больше тебя кормить и памперсы тебе менять, понятно? Сиди в шкафу. Все, теперь точно все нормально. Сейчас мы возьмем розовую пробочку, ее вставим, или как-то там называется, и все, окей. В смысле, ты что? Да что такое? Как? Как ты вылез из шкафа, а? Он не только нытик, он еще и токсик. В смысле? Вон там мусоропровод, надо его туда выбросить. Кстати, киса Алиса, мысль-то у тебя очень даже неплохая, только тут какой-то код.
Где-то я видела какие-то цифры. Сейчас с кодом мы элементарно справимся. 43, вот я уже нашла первые две цифры. Хватит его болтать перед глазами, а то мне плохо от его вида. Еще две цифры было в шкафчике. Точно, киса Лиса? Отлично, 17. Сейчас мы тебя засунем в мусорку-то. Выбросим тебя куда подальше. Только код введу и все. Ты не сможешь ты мне больше помешать. Давай, лети. Лети давай вперед. Ты какой упертый, а? Давай, все, пока. Да что такое, никак не влазит. Реально надо перестать его кормить, раскормили кабана. В мусорку полетел. Все, вот теперь он мне точно не помешает. Сейчас я вставлю пробки, и все будет окей. Ура! София, ты такая умная. Вообще-то мы все ей помогали. Ладно, идем. Я думаю, что теперь лифт точно заработает. Нет, начинается. Почему именно мне всегда попадается эта жесть? Да, София, тебе везет. Don't leave. Опять-таки, Алиса, на английском неправильно читаешь. Don't leave. А что это значит? Это значит, что он не хочет нас отпускать, и нам нужно срочно поехать на лифте. Дожидаемся лифта. Давай, скорее. У нас третий этаж, а там 20-й. Что происходит? Что? Почему опять, когда я, происходит весь этот ужас? Давай, лифт, скорее. Ну. Спук ночи. А вот сейчас я точно проиграла. Ну, блин. А можно я попробую убежать от него? Я думаю, что нужно убежать, а не стоять около лифта. Вот, открываем дверь и бежим дальше. Так страшно, но так. Ой, адреналин. О боже, тут так много дверей. О, опять двери. Миша, ничего себе. Вот это ты нас поразила. Мишка, да ты крутая. Вот значит-то. Открываем двери ключами и убегаем дальше от него. Может быть, теперь он нас так быстро не догонит? Ой, кажется, я не туда бегу. Надо обратно бежать. О, отлично. И что? Нет. Где лифт? Мне нужен лифт. Вот он был кролик. Да, я бегу. И я забегаю в открытый лифт. Мы его обманули. Скорее, жми на кнопки. Пока, сопляк. Теперь как спать-то вообще после такого? Фух, Миш, ничего себе. Ставьте лайк, если вам нравится наши летсплеи. И подписывайтесь на нас везде в наших соцсетях. Идите смотрите ролики на Magic Family, ссылки в описании. Увидимся скоро в новых видео. Как слезть-то отсюда, а?